Со всего мира. Многие из нас думали, что эта война станет нашим ритуалом взросления, большим приключением. Я скажу так. Никакое это не приключение. Yeah.
Те же танки могли в одночасье решить исход сражения. К счастью, они в основном были на нашей стороне. В основном. Наших вытесняют из церкви! Надо пробиваться! На нас рассчитывает пехота! Весь пулемет отрезает! Держи меня в курсе дел, сынок! Они наступают из траншей! Давай к пулемету! Гаси! Они побежали! Навались! Вперед! За короля и отечество! Вместо приключений мы нашли страх, а уравнивает на войне только смерть.
наступают. Мы наступаем. Мы сражаемся отважно, чтобы увидеть проблеск света в этой нескончаемой войне. Хоть на мгновение. Война — это целый мир. А мир охвачен войной. А на войне за каждым прицелом стоит человек. И эти люди — мы. Прожженные жизнью и наивные. Честные и преступники. Мы созданы для легенд, но не войдем в историю. Мы небесные рыцари. Мы пустынные призраки. Мы траншейные крысы. Это наша история.